Вот у нас на симуляторе введены классические данные, ну, трех катушек, группы катушек, те, которые базируются в Веге. Значит, вот мы смотрим каждый ключ на катушку, и получается, что они шунтированы. То есть, что у нас выходит? Эффективность мотора при скважности, вот и самую оптимальную поставим 8. Ну а там она еще меньше. Ну вот получается эффективность мотора 96%. Значит, потребление и создание магнитного потока. Но мы видим 27 ампер, это при 12 вольтной батарее. И у нас на моторе 11 вольт на катушке. 11,86 вольт. Все как не может быть. Видите, у нас, ну, будем так сказать, заряженность катушки магнитным полем не спадает. Ну, как классический пульс-мотор. То есть 331 ватт отбор на все три катушки. На одну катушку 107 ватт сформирует поле. То есть, как мы тут видим, особо нагрева, ну, не должно быть. Я думаю, более доступно и понятно работает схемка. То есть мы уменьшим сейчас ее скорость тока. Вот мы видим, что оно шунтируется по каждому току, идет толкательный эффект, на который реагирует система. Все, спасибо. Сейчас мы дальше посмотрим. Вот у нас уже другая модификация того же мотора. Вот мы видим другую немножко картину. Увеличилась немножко отбор, ну и чуть-чуть поднялась мощность. Те же у нас, та же скважность. То есть, как видим, ну, в этот компонент меньше элементов. Добавили один конденсатор, шунтирующий высокое напряжение. Ну, не сильно даже, но в цепи он нужен. Давайте попробуем сделать следующую вещь. Поднимем батарею до 24 вольт. Включаем. Опа, у нас сразу же увеличилась мощность отбора. И за счет поднятия напряжения. Ну, особо видим, да? То есть попробуем увеличить скважность. Ну, какой? Хорошо поднялась. Видите, отбор и мощность. Но если присмотреться сейчас, видите, у нас вот такой крючок, то есть отбор больше, а мощность на катушке меньше. То есть вот это уже идет нагрев. Значит, нам нужно уменьшать скважность. Мы переводим ее в разряд, например, 5. Что у нас? Смотрим. Оп, уменьшилось. Где-то примерно сравнялись. И вот мы таким образом доходим до той скважности, которую нам нужно, чтобы у нас вот этого вот зазорчика, ну, разницы не было, чтобы они были равны. Не греть воздух называется. Вот, вот мы и пришли к этой скважности, видите? То есть уменьшаем. То же самое сделано этой Веге. То есть они уменьшили, то есть выхлоп мотора должен быть максимальный. То есть теперь мы можем четко сказать, что его КПД 224 умножаем на 3 и делим на 681. 681. Делим на
681. 0,98. Ну, практически 100%. Вот в таком варианте нужно настраивать вот эти импульсные моторы. Вот, значит, давайте посмотрим, что у нас будет именно на вот этом. Давайте то же самое сделаем. Увеличим до 24. Вот он у нас ушел, да? Вот он у нас ушел. Мы видим, да, сейчас увеличим. До 5, чтобы посмотреть, что у нас там в зазорах. Ну вот он, видите, мы уменьшаем его, как и там, до 4. До 4. Вот он у нас. Мы его увеличили, уменьшили скважность и получили примерно искомую вещь. То есть, почему такой маленький зазор? Ну, так они легко сказали, 1,8 градуса. Но причина вот в настройке эффективности самого движителя. То есть должен быть выхлоп. Все. Спасибо. Ну, давайте вот рассмотрим мою схемку. Ну, значит, что мы здесь добавили? Давайте сейчас посмотрим. Три катушечки, как у нас были. Возвратный диод. Диод, шунтирующий катушку на группу катушек на входах. Диод, шунтирующий систему от источника питания. Своя же система управления, полумост на транзистор, открывающий на входе в группу катушек, на выходе в группу катушек. Будем так сказать, ограничительный дион стабилитрод и 5 микрофарад конденсатор промежуточный. Ну, резистор здесь, чтобы не глючила система, так же она не любит. Значит, давайте посмотрим, как она отработает. В прошлом виде я ее подробно рассказывал. Вот у нас идет импульс. Вот он, да? Мы его зафиксировали для того, чтобы посчитать, ну, интервал. То есть мы видим определенный момент, то есть у нас скважность 10. Ну, так сказать, где-то что-то, это будет у нас скважность 10, это где-то порядка, ну, порядка 10 градусов. Ну, не 10 даже, ну, где-то так, да. Где-то порядка даже, если 10 разделить на 3, получается 3,3, 1,8 умножить на 1,8, получается, ну, порядка 6 градусов сработки по сравнению с веговской, 1,8. То есть вот эти 1,8 у нас как раз вкладываются в 627 ватт на одной катушке. 627 ватт умножаем на 3, мы получаем 1,8 киловатта. Это мы поставили даже 50 герц частоту. Какая она будет, покажет только практика и расчеты. Он может увеличиться хорошо, на какую сторону он может разогнаться. То есть вот есть, да? Ну, после вот этот импульс 627 ватт формируется от разряда конденсатора, который заряжается до 400 вольт, ну, грубо, вот он, обратным импульсом. На самой катушке стартует 716 вольт, благодаря вот этому 2,2 нанофарада конденсатору. Что там происходит, я не рассматривал, ну, судьба неинтересна. Вот, есть. Единственное, что его сильно большим делать не надо, возрастает сразу потребление вот этого пикового значения. Чтобы уменьшить, вот 2,2 нанофарада, да, вполне довольно-таки хороший компонент. Значит, что у нас катушка имеет? 113 ватт, ну, 113,9, да, ну, 114. 114 умножаем, это на, уже после взрыва импульс, на 3, получаем 342, да, 342 ватта. Теперь смотрим отбора от этого. От
батареи 24 вольта 15,5 ампер. 15,5 умножить на 24, получаем 372 ватта, делим на 342, получаем, вернее, 342 делим на 382, ну, 0,9, где-то примерно в пределах 0,9 эффективность мотора. То есть сама катушка формирует 113 ватт. Вот. А, ну и отбор соответствующий. Конечно, увеличивается. Частота увеличивается, отбор мы можем увеличить. В принципе, генерацией можем сформировать и цепочку. Это, как он мне расскажет. Ну, смотрим. Что-то я запутался. Ну, ладно. Хочется много сказать. Ну, вот. То есть, принцип получается таким образом, что мы самоиндукцию, ее мощность, перезаряжаем в конденсатор, уменьшив и подобрав параметры схемы, и запускаем взрывно запускаем именно катушку. Будет она там греться, не будет, ну я думаю, не сильно она там будет греться, потому что у нас нет падения напряжения на катушке, его просто нету при таких вариантах и частотах. Давайте попробуем увеличить зазор. То есть, если надо увеличить мощность, мы должны увеличить скважность. Вот у нас здесь 10, давайте увеличим ее до 15. Что у нас будет? Вот мы смотрим, да? Сейчас она. Вот, значит, видим, да, хвостик упал. Он не увеличивается. Хвостик, вот он где упал, падение напряжения, вот оно. Вот оно тут упало у нас напряжение на 0 милливольты. Значит, нам нужно уменьшить. Поставим 13. Вот. Все, вот он, 13. Скважность 13 оптимальная для вот этой схемы мощности. То есть, а под нее потом подбирается мощность. Смотрим на нее, ничего не могу сказать, все это просчитывается, все в рабочем состоянии. Ну, естественно, сопротивление нужно просматривать ключей и подбирать все параметры схемы. Ну, примерно может упасть до не 600, там всплеск будет, и заряжаться конденсатор может на меньшие вольты, там все зависит от амперной зависимости. Все, благодарю.